На днях в Раменском состоялась эмоциональная и напряженная игра любительских баскетбольных команд «Сатурн» и «Павловский Посад». Это захватывающее спортивное мероприятие проходило в рамках первенства Московской области по баскетболу среди мужских команд. Первая встреча соперников прошла в прошлом году и не в нашу пользу. Ответный же матч, к слову, самый первый, в 2023-м, завершился победой хозяев паркета – нашей команды «Сатурн». Игроки признаются, за этим успехом стоят многочисленные тренировки. Все люди отдыхают, а мы 3-го, 5-го собирались, тренировались, готовились. Ну, у нас тренировки 3 раза в неделю, вторник, четверг, пятница. Это, ну, 6 часов в общем. Еще впереди нашим ребятам предстоит сразиться с командами из Лыткарино, Лобни, Коломны, Мытищ и других городов.